Собрать электросхему, чтобы зажглась лампа. Воспитанники Алданского детского дома познакомились с работой электрика. Тематическое занятие им устроили сотрудники предприятия ДРСК «Южно-Якутские электросети». Понравился ли детям необычный урок, расскажет Татьяна Вахнина. Необычный урок состоялся в актовом зале Алданского детского дома. Для школьников среднего и старшего звена его провели сотрудники акционерной компании ДРСК «Южно-Якутские электрические сети». План занятия включал тематическую викторину, просмотр наглядного материала и лабораторную работу. Ее ребята выполняли с удовольствием. Им предстояло собрать электросхему, чтобы зажглась лампочка. Это наша главная задача сотрудников Центра семейного устройства – это профориентировать будущих наших выпускников. И одна из замечательных таких профессий, как связанная с электричеством, как нельзя лучше сказалось вот именно на сегодняшнем нашем мероприятии, собственно, о сотрудничестве в целом. Викторина была одним из мероприятий благотворительной ярмарки, прошедшей в рамках всероссийской акции «Твори добро». Проведение ярмарки инициировали сотрудники ЮАЭС. Подобные мероприятия для воспитанников детского дома энергетики организуют регулярно. В этот раз новым было лишь то, что акция проходила в ключе волонтерского движения, недавно возникшего в компании. Волонтерство у нас основано на взаимопонимании, взаимопомощи и социальном партнерстве непосредственно с нашим подопечным учреждением. Это детский Алданский детский дом. В рамках акции «Твори добро» была организована творческая выставка. Ребята представили более 30 поделок. Сувениры и украшения, аппликации, картины, игольницы и шкатулки за символическую плату приобретали сотрудники филиала. Им также предстояло выбрать лучшие произведения. Но я оцениваю это просто на отлично. Тут через работы детей видно непосредственно отношение не только к нашему предприятию, а к сфере целом. Я бы, конечно, хотел бы выделить там кого-то индивидуально, но пока мнения раздваиваются, я как бы всем участникам непосредственно всем бы присвоил первые места. От интеллектуальных и творческих забав ребята получили колоссальное удовольствие. Главным подарком, который школьники получили от сотрудников филиала ДРСК ЮАЭС, стал денежный сертификат на приобретение книг. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.